будем щик в домотканную варежку, чтобы выбросить шапку, упасть на сугроб. И молиться. И каяться. А потом опрокинуть холодную стопочку, да присвистнуть, да ухнуть на всю вселенную лететь, да по-нашему, да по-русскому, чтоб душа вырвалась к чертовой матери, чтоб летела земля, как волчок под поводьями, чтобы лошади птицей над полем распластывались. Эх, мы лошади, лошади! Что за лошади? И уж тройка, не тройка, Русь! И несется она, вдохновленная Богом. А куда несешься ты, Русь? Дай ответ! Да прямо в милицию, будьте уверены. Как это в милицию? Почему? Да потому что так есть. Не полагается. Ездить нужно согласно постановлению. Не быстрее 60 километров в час. Да послушай, это же метафора вдохновения. Ну тогда разрешили преподать вам очень дельный совет. Это, вдохновляйтесь согласно постановлению. Ко мне. Ну чё? Дверь-то открывается? А нет. Да, собственно, вас с задержкой, Егор Тимофеевич. Ждали, ждали, практически отчаялись. А счастливый стаканчик, Егор Тимофеевич? Совершенно не пью. А что же вы не пьете-то, Егор Тимофеевич? А я приучиваться боюсь. Ну, чего же вы боитесь-то, Егор Тимофеевич? Как это чего? Вот так вот, бах, приучишься, и наступит что? Социализм. А при социализме вина-то не будет. Чё, как хочешь, я говорю, кручусь? Только рюмочку окуришь, а то и школе задал. А при социализме и дам не будет. Человеку без дамочки не прожить. А при социализме человека не будет. Как это не будет? А что же тогда будет? Массы. Массы, массы, массы. Огромная масса масс. Вот за массы-то и выпейте, Егор Тимофеевич! За массы! А вот за массы не могу отказаться!